Всем привет! С вами снова я, Ольга Чернова, и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Приближается пора посевов, каждый из нас хочет получить быстрые, дружные всходы. И есть процедуры, которые улучшают схожесть семян. Я уже записывала несколько видеороликов и рассказывала об этом. Вот продолжается эта же тема. Например, если мы замочим семена перед посевами, то они взойдут быстрее и дружнее. Для этого есть одни препараты. В предыдущих роликах я рассказывала, что сейчас торговые сети предлагают огромный ассортимент препаратов для замачивания, обработки семян, и каждый может воспользоваться этой помощью. Также я обращала ваше внимание, что замачивание в растворе стимулирующем всхожесть, это вот эти вот, и протравливание семян, это вот это вот. Это две разные процедуры. Если в первом случае мы просто пробуждаем семя, ускоряя в нем ростовые процессы, то протравливая семена, мы уничтожаем инфекцию и предохраняем будущую нашу рассаду от всяких заболеваний и от всех остатков грибков, фитофторы, например. Я называла средства, в которых можно замочить семена для лучшей всхожести, оглашала весь список. Потом я начала рассказывать о каждом отдельно. Уже есть видеоописание Эпин Экстра про этот препарат. Рассказала также про Экопин. Сегодня буду рассказывать про Энерген. Энерген — это тоже прекрасное средство. Натуральный стимулятор для роста растений. Так же, как все стимуляторы, он применяется и в предпосевной обработке семян. То есть перед посевом можно замочить семена, они лучше взойдут и всходы будут дружные. Энерген также является экологически чистым и очень экономичным препаратом. Практически не имеет противопоказаний в использовании. Препарат можно применять вместе с другими удобрениями. И препарат положительно влияет на растения, повышает их устойчивость к неблагоприятным факторам. Это вот заморозки, пересыхание почвы, вредители, болезни. Он по своим свойствам вот напоминает нам вот этот вот Эпин. Вот Энерген, Эффектон, они все примерно одинакового спектра действия. Это стимуляторы, которые помогают нам, нашим растениям, выжить в сложных условиях. Еще раз повторюсь, спектр действия у него очень широкий. У него, если замочить, быстро прорастают семена. Потом успешно приживается рассада при пересадке. Можно его потом дальше еще использовать. Улучшается качество урожая. Повышается урожайность на 40%. И уменьшается срок созревания культур на несколько дней, что очень удобно применять в регионах с холодным климатом, с коротким летом. Снижается содержание в плодах нитратов. И повышается концентрация, что главное, но это уже для плодов, витаминов и полезных веществ. Его можно использовать для всех типов культур, начиная вот с замачивания семян, потом опрыскивание, поливание. Все в любом виде его можно применять. Вот использовать Энерген как при замачивании семян, я сейчас вам расскажу, потому что вот у меня здесь, видите, в капсулах, а есть жидкие. Их два вида. Есть жидкие, а есть в капсулах. Так вот, для семян, если вы хотите, покупайте именно жидкие, которые отмерять капельками. Так же вот, как Эпин Экстра. Там специальная бутылочка у меня была, но кончилась, я в этом году не стала брать, потому что стимуляторов разных много, охота и другие попробовать. Вот Энерген, именно жидкий, в капельках, используется для проращивания семян. Им удобнее пользоваться и разводить очень легко. Там на каждой бутылочке есть инструкция, ничего сложного там нет. Там написано, например, 10 капель на столько-то. Но для мелких семян я помню, что там 10 капель стимулятора на 50 мл воды. Это значит, вот на стопочку 10 капель накапаете и замочите. Ничего такого сложного нет. Вот у меня, который Энерген в капсулах, если кого-то интересует, он чаще используется при поливе рассады растений. Вот я сейчас рано буду сеять,
28-29 января. И вот такое средство, как энерген, поможет моей рассаде хорошо пережить вот этот сложный период, когда еще нет весны, мало солнца, искусственное освещение. Разводится очень легко. Капсулу в воду развел и поливаешь. Буду потом подробно, когда рассада будет, показывать и рассказывать, как я им пользуюсь. Подведу итог именно про замачивание семян, что энерген идеально подходит для замачивания семян, но энерген в жидком виде, который продается. Очень эффективное средство, удобное в применении, экономичное. Разводить обязательно по инструкции, как и все препараты. Еще раз напомню, что энерген – это натуральное, экологически чистое средство. Относится к природным препаратам нового поколения. Отмечается наивысшим качеством среди аналогичных средств. И если вы будете придерживаться всех-всех правил по его использованию, то вы легко можно легко достичь желаемого результата. То есть получить быстрое прорастание, дружные всходы и в результате крепкую здоровую рассаду. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Дальше будем говорить про подготовку грунта к посевам и про протравливание грунта.